Вітаємо вас, здрасте. Я Гусь Богдан. І наш фонд «Щоденники війни». Займаємося історією війни, зустрічаємося з людьми, які оказались на війні у 21 веке, в 2022 году. Сьогодні у нас в гостях, представьте ще раз. Цегольник Антон, волонтер фонду «ЮТОК». Там у мене там є ребята, так як я був айтішником, ми більше хакерської движухи. Вони прям кричали: «Бігіть, все буде війна». Мы точно знаем. Я тоже как бы там прям к алармистам не отношусь, я их успокаивал. В 5 утра мне настойчиво звонит телефон. Это вот как раз мой товарищ, специалист по защите информации, орет в трубку: «Я ж тебе говорил!» Я говорю: «Успокойся». «Что ты мне говорил?» Я говорю: «Выгляни в окно, дебил!» Я открываю окно, а там светло, прям светло-светло, и все горит. Так война и началась. Я разбудил жену. Она говорит: «Ты что, с ума сошел? Детям в школу, вставать в школу в 7. Я говорю: «Дорогая, дети сидят в школу, не идут». Она такая: «Почему?» Я говорю: «Война началась». Тоже шторку открываю. Мы собрались. Есть, я немного знаком с протоколами поведения в таких случаях. Первое всегда указание, даже если ты супер-пупер военный какой-нибудь спецназовец, все равно первое, что ты должен сделать, это в течение первых 24 часов выйти с линии огня. А дальше уже принимать решение. В общем, мы собрали, у меня не было заготовленного чемодана параноика, я его умею собирать. Мы быстро собрались, добрались в первой половине дня на еще тогда работающем метро до Холодной горы. Это последняя станция, одна из веток метро. И оттуда 9 километров пешочком с пожитками, с двумя детьми, двумя собаками. Не, одной тогда все, у меня одна собака была. И одной собакой дошли до первой жены моего брата в поселок Солоницевка. Там мы обосновались на сколько? 9 дней я там. Или 9, или 12 дней мне хватило терпения сидеть на месте. Закупать особо было нечего. Первые недели войны, мягко говоря, с поставочками было туго. Я три дня, если быть точным, посидел дома, занимаясь думскроллингом. Потом мне надоело. Это что? Думскроллинг — это когда ты читаешь ленту в поисках плохих новостей. Вот. А на третий день я психанул, пошел записываться в ТРО. В Солоницевке якобы формировалось ТРО. Я туда пришел, сказал: «Хочу помогать». Вот я какое-то время там просидел, пока не понял, что это все просто тусовка по интересам. Оно так, скажем так, оно так и не родилось, это Солоницевское ТРО. Для примера, у нас есть другой город, Харьков, Покатиловка, там прям есть свой батальон ТРО. Или рота, или батальон, не знаю. По-моему, даже целый батальон они собрали. Вот. Я понял, что, наверное, это вся вечеринка мимо. Плюс у нас бабушка была в Харькове. Мы там к ней время от времени прорывались, кормили, поели. Но мы решили, что ее тоже бросать не вариант там. И мы, честно, не помню, то ли на 9-й, то ли на 12-й день войны собрали манатки и вернулись домой в Харьков. Посидели еще несколько дней, и опять же, надо же чем-то заниматься. А у меня достаточно много знакомых, и я начал потихоньку вливаться во все это волонтерское движение. То есть, грубо говоря, к концу марта мы уже активничали. И у меня товарищ, он в тот момент был в Полтаве, он собирал спонсорские деньги, он бизнесмен, закупал продукты, привозил сюда, и мы помогали нашей райадминистрации Киевского района города Харькова, развозили. Мы еще где-то, я не помню, где мы их взяли, несколько полицейских бронежилетов кевларовых. Это я уже сейчас понимаю, что это бесполезная штука, но нам они очень сильно добавляли смелости. Мы это понацепили, эти бесполезные бронежилеты от сглаза, которые только помогают, и ездили там с еще одним товарищем Андреем от лица райадминистрации, райисполкома нашего, по самым веселым районам Харькова, собственно, всем известная Северная Салтовка и прочее, и развозили продукты по убежищам. Это в таком все хаосе было, как попало. ООНовских продуктовых пакетов, их там и не пахло, да. Мы собирали, мы там прикидывали, сколько в том убежище людей,
там, ну, как бы люди склонны самоорганизовываться. Грубо говоря, у нас там через пару недель уже было какое-то приблизительное понимание старших в этих всех подвалах, где они жили. И там огромные, там в некоторых школах было по 200 человек. Там прям вот идешь, и даже видно, у них уже районы как городок подземный, и у них районы по интересам. Там вот тут женщины пожилые собираются пообщаться, тут вот детская, тут одна группа мужчин, тут другая группа мужчин. И вот, ну, огромный подвал, типовая школа буквой Н советская. И вот как бы ты идешь, там подвал же один большой под всей школой, и у них там целые города были. Вот, и у них там, ну, потихонечку все это самоорганизовывалось. Где-то демократия, где-то родоплеменной строй. Все по-разному. И у нас уже было какое-то приблизительное понимание количества старшего ответственного за все. Там мы даже время от времени инспектировали, чтобы там никто не злоупотреблял. Вот. И мы собирали, ну, вот так на глазок. Вот. Там 50 человек. Сколько нам надо на 50 человек с пониманием того, что мы туда в лучшем случае через 2 недели доберемся. Ну и понеслось. Просто так вот в багажник закидываешь и едешь к людям. У нас самая прикольная школа была, мы их называли деревня гномов. Они просто, ну, так случайно получилось, что там все такие коренастые, невысокие, там выше 1,70 м никого не было. И, ну, естественно, там сыро, они в 20 слоях одежды с налобными фонарями, ну, как шахтеры были. Вот. И там было 800 метров, по-моему, до русских от этой школы. Ну, туда прям было весело им еду привозить. Первый раз, когда мы к ним туда приехали, начали опять лупить. Вот, а я же в бронежилете, как бы, ну, тоже непонятного вида. Мы забегаем, она такая квадратом школа с воротами, такой, как эстакадой. Мы туда забегаем, я слышу, я же руки поднимаю, но бегу все равно, потому что, ну, там кроют, как бы. Слышу туда, да свои, спокойно. Ну и мы забегаем в этот подвал школы. Там прям было интересно, ну, мы их там какое-то время опекали, пока все это не устаканилось. Ну и таких у нас точек там было масса. Электричества нет, связи нет. Естественно, это не молодежь. А люди и до войны не были активными пользователями интернета и прочего. А как мне их убедить, да? То есть, как бы, я к ним прихожу, говорю, тут небезопасно, переселяйтесь. А меня они видят первый раз. Верифицировать информацию, которую я им даю, у них возможности нет никакой. Сейчас очень большая проблема на деоккупированных территориях с этим тоже. Потому что люди не могут верифицировать информацию. А никто не верит чужому человеку, которого он видит первый раз. Мы за время нашей эвакуационной активности вывезли почти 28 тысяч человек нашими волонтерскими силами. Ну, я думаю, что это, в принципе, скорее всего, самый большой показатель в Украине. И этих историй... Это ЮТУК? Это наш волонтерский караван, так называемый. Я этих историй слышал не 100 даже, поверьте. Ну, тысячи. Вот, тысячи людей я видел, лично возил в автобусе. От маленького автобуса или джипа до пазика разбитого, который мы нашли за рекой Оскол. Кое-как его оживили. Он у меня 2 раза сломался прямо на линии фронта, пока я вез его полный в этих, господи, гражданских беженцев. Мы его мультитулом починили с товарищем, мы умудрились оттуда выехать. По-разному. И у всех одна и та же история. Все всегда одинаково. Люди не такие разные, как им кажется. А что за одна и та же история? Ну, почему мы должны уезжать? А кто нам гарантирует, что там лучше? Почему вы должны вам верить? Властям мы не верим. Вы же поймите, с нашей стороны фронта у нас есть интернет, у нас есть телефон, у нас есть наш президент великолепный, который каждый день выступает, отчитывается перед людьми, что-то говорит. Да, у нас есть какая-то консолидация общества. Люди там, у них нету всего этого, у них нету доступа к информации. Более того, люди, особенно на деоккупированных территориях, они совсем другие вещи слышали все это время. Совсем другие. И проверить у них не было никакой возможности. Ни нашу, ни ту версию. А когда ты можешь из-за одного неверного решения умереть в течение минуты, люди очень внимательно и очень вдумчиво принимают решения. У меня есть сосед чудесный, Олег Никольченко. Тоже, я думаю, что его все равно в интернете, он очень колоритный персонаж. У него такая длинные седые волосы и длинная седая борода. У него позывной пастор. Ну, он не пастор, естественно, он вообще путешественник. Он 15 лет прожил в Юго-Восточной Азии.
в Индии, в Камбодже. Ну, он там везде путешествовал. Он умеет выживать. Он за полгода... За полгода до войны вернулся в Украину, потому что у него младший сын попросил посмотреть родину, а главное, ему снег было интересно увидеть. Ну, в общем, как бы, да, жену с младшим сыном он отправил, а сам пошел волонтерить в 57 лет. Потом мы с ним что-то во дворе пересеклись, разговорились, он говорит, а ты знаешь, у нас есть тут хаб недалеко в соседнем доме, ребята тоже помогают. Мы объединились с ними, и там уже вся эта райадминистративная организация начала потихонечку прокисать. Ну, как мы все знаем, государство не самый эффективный менеджер. Ну, как-то там обороты начали сбавляться, поставки начали сбавляться. И мы начали с вот этими вот ребятами, там, которые в рамках своего СНД работали. И мы с Олегом начали помогать им. К тому моменту мне мой руководитель на работе подарил, ну, дал в пользование, ну, учитывая, что там от машины почти ничего не осталось, можно сказать, подарил микроавтобус Opel Vivara. Ну, он просто сказал, он там вот стоит, я его купил для волонтеров, ключи возьмешь там-то, в подворотне ездя. И мы вот с Олегом вдвоем на этом автобусе колесили. И с еще одним парнем, с Ефимом. Вот, он тоже, у него в Инстаграме Ефим Добрых подписан. Фамилия у него, по-моему, не Добрых, ну не помню его фамилию. Вот. И мы попеременно то с Олегом, то с Ефимом колесили от вот этих ребят, моих соседей. Ну, примерно тем же самым мы и занимались. А, собственно, Рома Князев, глава нашего харьковского осередку фонда ЕТОК, тоже там тесно сотрудничал с этой организацией. А, там мы с Ромой познакомились. А, первое наше совместное мероприятие было, сейчас вспомню, эвакуация русской лозовой вместе с спецподразделом Кракен. Мы туда заехали. Ну, они нам, грубо говоря, смотрели, чтобы мы не убились или чтобы нас не убили. Ну, это буквально несколько дней после зачистки. И это, собственно, было начало нашей чудесной деятельности по эвакуации людей. Ну, в самых веселых местах, как правило, работаем мы задолго до того, как туда пускают линейных волонтеров. А, ну, я думаю, что... Линейных, вы кого называете? Ну, обычные волонтеры, которые как бы ездят. Ну, это диета. Смотрите, когда запускают нас, там нет никого. И пока работаем мы, туда не пускают никого. То есть я не хочу играть там в противопоставление, некую дихотомию и так далее. Я думаю, потому что нас знают военные. Ну, как бы мы уже очень много и давно работаем. У нас за все это время не было никаких залетов. У нас за все это время не было ни даже, мы не говорим о 200-х, у нас даже 300-х среди наших волонтеров не было. А, как бы у нас всегда все четко. Мы не возим людей вокруг фильтрации. Мы никогда ни разу ни копейки не взяли ни с одного человека. Мы никогда не пытались как-то работать в обход установленных областной военной администрацией, службой безопасности, полицией и военными правил. Поэтому, как правило, когда вот как мы последний раз работали по деоккупированным территориям, это вот Волчанский район, Купянский район, Заосколье, Боровая. Скажи, где-то в итоге сколько машин? О, на балансе или в общем? Нет, ну вот вы, вот надо собрать караван. Ну, мы, стационарных экипажей, которые готовы выехать завтра, у нас где-то 4 автобуса. А если это запланированное заранее мероприятие, мы примерно еще столько же можем выставить. Вот опять же, у нас 4 автобуса, которые у нас есть. Ну, а остальные, это мы звоним, просим. Да, вот там, типа, такое-то будет мероприятие проверенным людям, да, с каким-то пониманием процессов, с пониманием субординации, с пониманием техники безопасности, основ первой доврачебной помощи и прочего, да, и они собираются. Я же не знаю, сколько у Леши друзей по звонку может собраться. Какие темы просто я обсуждаю с Виталиком? Ну, я с Виталиком обсуждаю карту, переправы, маршруты эвакуации, комплектацию экипажей, точки назначения,
Технические автомобили, которые будут вытаскивать, если кто-то застрянет, у которых есть тросы, полный привод, мощность, необходимое оборудование, чтобы там поддомкратить, колесо поменять, там какой-то патрубок замотать и так далее. Чтобы у людей были аптечки, бронежилеты, каски, чтобы все это было подогнано корректно. Вот это меня интересует. Где он берет бабки? Это его проблемы вообще. Ну, то есть я даже не спрашивал нашего Ромы, где он берет бабки. Главное, что у всех ребят, которые выезжают со мной, ну, я негласно в нашем фонде ответственный за снаряжение. Мне важно, чтобы у всех пацанов, которые были со мной, чтобы они прошли курс медицинской помощи доврачебной, чтобы у них был качественный, адекватный бронежилет. Аптечка одна у каждого, аптечка одна в машине, каска. Вот это мне важно, чтобы рация заряжена была. Ну, то есть у меня есть прям подаренный мне как волонтеру инкассаторский автобус. На печеньях мы его использовали, но мы его использовали не в качестве рейсового, мы его использовали в качестве аварийной эвакуации. То есть, если что-то начинается, как бы я прыгаю в этот автобус и забираю людей по точкам, как бы где что-то началось. Потому что как рейсовый его использовать затруднительно, а, во-первых, в нем места мало. Ну, заметно меньше, чем в обычном автобусе. А во-вторых, там серьезные проблемы с вентиляцией. А если бабушке 80 лет, она те там 20-30 километров плеча до перегрузки. Плечо километр два. Плечо километр два. Это вы получите на третьей эвакуации с миномета русского. Поверьте, одного-двух диверсантов вы заберете. Фильтрацию не просто так придумали. Уже было такое, что по Виталику стреляли с миномета по наводке. Он при всей своей массе, вы бы видели, как он на 4 метра прыгает из машины. Как касатка из воды. Так. И мы приходим к последнему моменту. К предпоследнему, последний, я сейчас звучу, предпоследний вес. Не дай бог, вы на инкассаторе съезжаете в грязь, все, вы приехали. Даже если он полноприводный, вы приехали. Ну, только по дороге, с твердым покрытием. Ну, что в реальности мало... Ну, до печенегов было прикольно, там была дорога, да. Чтобы попасть за Оскол, вам надо ехать или по временному мосту, ну, с Времянка брошен пролет. Ну, инкассаторский бус еще там проедет, но можно подвеску оставить на этой дороге. Надо же понимать, что когда машина вместо тонны 700 весит 5, подвеска-то там родная осталась. Ну, через 3 выезда развалится. И вам нужно будет потратить 50 тысяч, чтобы его привести в порядок, которых у нас нет. Ну, раз в 3 выезда мы не можем 50 тысяч каждую машину потратить. И последний момент. Это скорость. Ну, столько раз, сколько нам надо было очень быстро откуда-то уехать, как бы, я даже вам цифру не назову, ну, 100. У нас есть Костя Квинт, который у нас занимается ведением базы данных людей, которым нужна помощь с медикаментами, продовольствием. Он же тоже кто-то должен развозить еду. В чем суперсила нашего Кости? У него есть сведенная база данных всех людей, которые хоть раз к нему обращались. У него есть колл-центр, у него есть скрипт для сотрудников колл-центра. Сценарий того, как разговорить человека, чтобы понять, нужна ли ему действительно помощь. У него есть приоритетность, у него есть красные и черные списки. То есть в красный список попадают те люди, которым как бы нужна помощь, но они там где-то как-то схалтурили или пытались обмануть и так далее. Да? То есть внимательно к ним относиться. Черный список — это те люди, которым как бы нельзя уже больше давать, да, которые точно были пойманы там на продаже, на обмене на водку и так далее. А у него строгие правила, кому нужно помогать. То есть это или первая группа инвалидности, или многодетная семья там, с одинокой мамой, или это старше 70 лет инвалиды. И поверьте, в Харькове их колоссальное количество. И в области их колоссальное количество. И у нас половина Харьковской области — это места, в которых войны вообще не было, ну, боевых действий. Но там от этого не появилась работа, которой нету ни у кого. Там от этого не исчезли старики, которым нужно помогать. Больные люди никуда не исчезли. И этим всем тоже мы занимаемся. Где берем деньги? Ну, вот это особая волонтерская магия. 80% времени ходим и попрошайничаем. А вести какие-то длинные переговоры, ну, как бы,
те фонды, которые ведут длинные переговоры там, с ООН и с крупными какими-то заграничными организациями, мы их не так часто видим там, где действительно нужна помощь. Вот последние пару месяцев реально стали часто появляться коробки ООН с продуктовыми пакетами, из которых аккуратненько маркером вычеркнуты только все мясные консервы прямо на коробке. Ну кто это будет делать? Я не вижу очереди из людей, которые хотят 7 дней в неделю в течение 9 месяцев заниматься этим. Ну я вижу огромную очередь людей, которым нужно то, что мы делаем. Ну моя жена множество раз ездила со мной на Печенежскую дамбу. Она операционная медсестра с медицинским, ну типа это среднетехническое медицинское образование. Медучилище она закончила. Не бесполезный человек там, мягко говоря. А сейчас она трудится full-time в координационном гуманитарном центре. Волонтером, бесплатно. Ну, то есть, как бы, ну, можно, если как бы, я готов к тяжким телесным травмам, то я могу, в принципе, попытаться ей намекнуть на том, что ей бы не мешало переехать куда-то в более безопасное место, но я боюсь, она меня побьет. У нас есть поговорка «Моя хата с краю, я ничего не знаю». Ее многие неправильно понимают. Ну, типа, у нас ее все воспринимают как то, что мне ни до чего нет дела. А я бы ее воспринимал как, ну, как бы, вот, типа, она как бы с краю, да, но в нее не надо лезть. Ну, как бы, а если ты уже полез, ну, получай. Ну, украинцы вообще не любят, когда кто-то пытается им навязывать свою волю. Или иной, ну, причем у меня есть подозрение, что мы бы, наверное, не полюбили, даже если бы к нам пришел кто-то навязывать нам свою волю не военным образом и, в принципе, весьма разумную какую-то позицию, ну, допустим, гипотетически, весьма разумную какую-то позицию, мы бы это тоже не восприняли. Вот, ну, типа, украинцы должны сами прийти к какому-то выводу, к какой-то своей системе, и мы неоднократно за историю нашего государства к этому приходили. Главное условие, чтобы никто, сука, сюда не приходил и не пытался нам рассказать, как мы должны это делать. Потому что каждый раз это заканчивалось крайне плачевно для людей, которые приходили нам это рассказывать. Все будет добро, мы переможем. Слава Украине!